Вот здесь у меня абрикос, крайне неудачно. Он мешал, толку от него не было никакого, и мы его спилили. И вот сейчас с помощью садового измельчителя мы попробуем вот эту кучу веток переработать. Про этот садовый измельчитель я говорил и в прошлом году в нескольких своих видео. И прекрасно себя ведет. Он, в принципе, его действие практически как у электрорубанка. Здесь стоит у него диск с двумя ножами. Ну, то есть это практически как электрорубанок, что позволяет перерабатывать ветки диаметром до 4 сантиметров. Здесь стоит блокировка. При откинутом корпусе его включить невозможно. Так что сейчас посмотрим, что у нас, во что у нас превратится вот эта куча с помощью этого измельчителя. Переработанный абрикос я решил засыпать вот в проход в теплице, потому что, как вы можете заметить, что вот этот проход, он сильно утоптан, утрамбован, перерабатываться он не будет, поэтому насыпем мы его вот этой щепой, и пусть оно вот так и лежит. Почему не хочу я это дело в компостер убирать? Ну, во-первых, это стружка, она будет долго перерабатываться, ну, сильно закислять, а здесь это будет очень даже удобно. Ну вот, собственно говоря, не прошло и 20 минут, как куча заметно уменьшается на глазах.
Ну вот и все. Было дерево и нет дерева. Остался пенек, выкорчиваем. А здесь чуть-чуть веточек. Так что очень хороший помощник. А здесь вот приподняли, утеплили дорожку. Ну, конечно, на всю не хватит. Ну, там нам еще обрезать яблони, малину, всякую всячину. И сделаем мы вот такую симпатичную и тепленькую дорожку. Ну вот, был абрикос, нет абрикоса. Была куча веток и нет кучи веток. Ну вот остались уж такие, которые пойдут в баню. Вот на этом свой короткий ролик я сегодня закончу. Сегодня я вам показал одну из самых необходимых операций, которую, в принципе, без измельчителя выполнить практически невозможно. Ну и на этом до свидания. Если кого-то это заинтересовало, пользуйтесь этим делом, очень даже удобно. А пока вам обильных урожаев и до свидания.